Всем привет! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня с вами я и мой парень Дима. Всем привет! Друзья, сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, как обычно, потому что сегодня я заказала на сайте Darknet ваши любимые попы. Друзья, кстати говоря, этот тренд охватил уже весь мир. Поп-ит или Симбл-димбл. Кстати, очень крутые есть штуки в ТикТоке. Поп-ит, Симбл-димбл. Если вы снимаете под эту песню какие-то видосики, присылайте мне их, я обязательно их полайкаю, потому что я тоже есть в ТикТок. Ирина Ясинская, кстати говоря, если хотите, все ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и смотрите мои ролики. Друзья, сейчас мы идем забирать посылку с сайта Darknet. Поп-ит, брат, сиреноголового, лампа головый. И мне обещали, что эта посылка просто с огромным сюрпризом. А что это за сюрприз, друзья? Мы вместе с вами прямо сейчас отправимся и узнаем это вместе. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три! Пау! Друзья, если ты тоже хочешь попасть в мое видео, прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. Ну а мы топаем своими ножками за посылкой сайта Darknet. Самое интересное, ребята, то, что я уже видела, как выглядит обычный. Мы опять забыли лаки. Вот-то пип! Нельзя ругаться матом на ютубе с нескольких пор. Поэтому, друзья, прямо сейчас здесь появятся лаки на счет раз, два, три и три. Вот моя собака Лаки. Лаки немецкая овчарка, и она чешется. Лаки, не надо прыгать. Сегодня она будет со мной на поводке, друзья. Лаки, моя огромная помощница. Лаки, иди ко мне. Лаки, поздоровайся. Лаки, Лаки, голос, голос. Лаки, ай, она меня подрала. Лаки, короче говоря, Лаки, как обычно, не хочет здороваться, но мы отправляемся за посылкой с сайта Darknet. Если вы хотите поближе познакомиться с моей любимицей Лаки, то обязательно подписывайтесь на канал Ясинская Пэтс. Она бешеная, потому что она еще маленькая. Ей всего лишь полтора годика. Да, Лаки? И ей хочется играть, прыгать, бегать и скакать. О, главное нам дойти до посылки. Как бы весело не начиналось это видео, скорее всего, оно закончится сюрпризом. Потому что создатели сайта Darknet сказали то, что именно поп-ит лампоголовый, особенно если призывать этого монстра в 3 часа ночи, он очень опасен. И это не шутка. Опасность таится в том, что никто не знает, что может произойти в той или иной момент. Вот. Поэтому, возможно, Лаки так и сильно попросился вместе с нами на запись этого видео. И мне жутковато, потому что ощущение присутствия... Дим потерял тапок. Так, ощущение присутствия того, что... Так, мне нужно найти посылку. Лаки, ко мне. Лаки, 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 Лаки. Нет, обязательно человек, менеджер сайта Darknet, который проходил здесь, оставил след. Лаки, 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 Лаки. Ищи, ищи, ищи. Лаки, ищи. Дим, я нашла, давай сюда. Черт, смотри, что нашла Лаки. Лаки молодец. Это посылка с сайта Darknet. И это, друзья, на минуточку, просто обалдеть. Это, Лаки, осторожно, это, блин, раритет. Это гигантский, друзья, поп-ит, лампоголовый. Просто гигантский. Посмотрите, какого он размера. Мне просто кажется, что он где-то целый метр. Это просто огромного размера поп-ит. Друзья, я обычно встречала маленький поп-ит или там, ну, средний, но такой гигантский поп-ит я не встречала никогда. Посмотрите. Кто здесь? Звук какой-то. Собаки лают. Короче, ребята, как только я нашла этого лапоголового из Поп-Ит, сразу же что-то стало
происходить не так. Давайте его разглядим поподробнее. Реально, вот эта лампа, откуда должен излучаться свет. И он весь в пупырках, которые как бы как пупырки, которые можно лопать, как будто бы это какая-то игра. Но! Да что такое? Я что-то слышу. Дим. Ребят, смотрите, пожалуйста, внимательнее. Может быть, я что-то не вижу. Чё, ты похож на сиреноголового. Но это лампа головы. У сиреноголового две сирены. Кстати, друзья, пока я не забыла, пожалуйста, не забывайте посещать мое сообщество. Там я вас спрашиваю, кого из поп-итов еще заказать, какого монстра. Например, там, я не знаю, телевизора голового, светофора голового. Или, например, возможно, там, ну, я не знаю, какого-нибудь еще монстра, SCP, горка, пожиратель, попыт. Это просто, наверное, вообще раритет. Кстати, я такого не встречал на сайте Darknet. Ладно, друзья, это просто офигенная попытка. Хотели бы вы полопать поп-ит лампоголовый или сиреноголового в реальной жизни? Мне кажется, это просто очень клевая идея. Но дело не в этом. Сейчас мы отправимся в наш дом из дерева. И именно там попробуем с вами, вместе с вами провести обряд. И попробовать... Я кого-то ем. Блин, ребята, мне кажется, что нам пора уже убираться Лаки, отсюда. Лаки, что там? Она ест кого-то. Подожди. Дима, она кого-то ест. Стой, я посмотрю. Ты видишь? Кого она ест? Она ест кость какую-то. Черт, она там что-то ест. Это какая-то кость, я не знаю. Что она там ест? Я не знаю, что это за кость. Дай, черт, у нее челюсть. Чего? Какую-то челюсть. Блин, может быть, это какой-то монстр. А вы не думали, кстати, ребята, то, что эти монстры, они реально, ну, могут умирать. То есть у них есть, как и у нас, ограничения по жизни. Например, умер такой сиреноголовый, упал в лесу, а его кости просто доедают злые волки там или другие падальщики. Интересно, блин, реально это так или нет? Как ты думаешь? Прямо сейчас напиши об этом в комментариях. И, ребята, не забывайте поставить лайк на этом видео, потому что от того, как... Чем больше лайков вы поставите, друзья, зависит, чем, ну, как бы, чем больше вы ставите лайков, тем чаще я снимаю видосы. Ребят, ну, я для вас стараюсь, поэтому, блин, это офигенно. Офигенная, просто крутая штука. Помимо того, что она офигенная, она стоит еще очень дорого, друзья. Так что давайте, не скупитесь на лайки. Поставили лайк. Дим, попроси. Просто ребята иногда пишут, блин, Дима что-то не просит лайки, мы ему не ставим. Так, все ставим лайки, Ирине. А, Дима попросил наконец-то поставить лайк. А прямо сейчас мы идем в наш дом мистики, в наш дом из дерева, для того, чтобы провести обряд и оживить, попробовать оживить попыт лампоголового. Жесть, ребята. Это, кстати, нереально сумасшедший день. Никто никогда не делал такого на Ютубе. Я уверена, я просто... Если вы найдете хоть кого-то, кто сделал попыт лампоголову вот такого гигантского, блин, я реально... Ну, я не знаю, я выполню любое ваше желание. Ну, в пределах разумного. Поэтому, короче, ребята, ладно. Так... Очень-очень жуткий дом. Кстати говоря, мои новые подписчики, а я знаю, что у меня ежемесячно прибавляется по 10 тысяч подписчиков. Я всегда, они мне пишут, типа, Ирина, что за дом, они, например, не знают. Это вообще проклятая кукла, ребята. Очень страшная кукла, до которой вообще не хочется касаться. Этих клоунов я нашла в одном из домов призрака. Это кукла Аннабель. Нет, это Амалия. Проклятая Амалия. Нет, кто-то из них, у каждой куклы, практически у каждой есть имя. А, вот кукла Аннабель, ребята, вот. Здесь прямо написано, кукла Аннабель на бирке. Не, она не поет. Она все, я освободил ее душу, и она уже ничего не говорит. Это вообще очень страшная кукла. Я про нее тоже очень много рассказывала в своих видео, поэтому, ребята, не забывайте смотреть их. А сейчас мы переключимся обратно к нашему лампоголову. Ребят, ля он жуткий, да? Прям так и напишите. Ля жуткий, лампоголовый. Просто ля. Ля-ля-ля. Есть такая песня. Ладно. Так, все.
доска для вызова духов. Кстати говоря, эта доска, это просто не реквизит, а артефакт такой доски. Вы не найдете ни у кого, не закажете нигде, никогда. Этой доске уже уйма лет, и она реально никогда не обманывает. Тут нет сзади никаких магнитиков, и она ведет мои руки, и она реально вызывает духов. Так что, друзья, можете мне не писать, что я снимаю постанову. Все, что здесь происходит, происходит здесь на самом деле. Попыт лампоголовый, я призываю тебя. Попыт лампоголовый, я призываю тебя. Попыт лампоголовый, я призываю тебя. Ответь. Ответь, ты здесь? Лампоголовый, прошу, ответь, ты здесь? Да. Ребят, я вам обещаю то, что мои руки только возвращают планшетку. Все остальное делает доска для вызова духов. Можете мне не верить, но это так. Лампоголовый. Могу ли я увидеть тебя здесь и сейчас? Да. Хорошо. Лампоголовый, как я могу это увидеть? И вы, кстати, знали, что призраки образованные. Они умеют писать. Игра. Игра. Игра, игра. Игра. Хорошо. Я отдам игрушку, я так понимаю. Ты хочешь свою игрушку попыть лампоголового себе? Она тебе понравилась? Да. Хорошо, я дам ее тебе только после того, как я увижу тебя. Ты согласен? Да. Отлично, ребята. Теперь нам осталось только повстречаться с лампоголовым. Оставить ему игрушку. Оставить камеру и увидеть, как в реальной жизни выглядит лампоголовый. Лаки. Лаки так и грызет что-то. Что нам можно сделать, ребят? Это просто нереально страшно. Вы понимаете, что прямо сейчас вы увидите настоящего попыт лампоголового, который придет за своей любимой игрушкой. Кстати говоря, есть ли у вас попыты и кто они? Какие они? Может быть, это попыт ромашка или попыт рубашка? Короче говоря, пишите, просто пишите мне для того, чтобы я узнала, какие ваши самые любимые попытки. Ладно, я оставлю попыт лампоголового здесь, оставлю прямо здесь скрытую камеру. Давай вот так вот направим, вот на дорогу. Или здесь, Дим. Погоди. Короче, вот так вот. Так, иди сюда, давай, давай штатив. Давай штатив. Так, отлично. А, ребята, мы оставим здесь скрытую камеру, а сами уйдем. Посмотрим, заберет ли лампоголовый попыт. Дима! Дим, черт! Куда он мог деться? Вы видели, ребята, вы реально видели, как по дороге шел лампоголовый, а потом он каким-то мистическим образом забрал попыт лампоголового, брата сиреноголового. Блин, нереально прикольно, ребята. Это просто было круто. И круто, знаете, то, что можно очень абсолютно всех заказать. Попытов всех, телевизороголового, светофороголового. Просто это, мне кажется, обалденная идея для того, чтобы увидеть все модификации сиреноголов. Кстати говоря, друзья, недавно я заметила, что есть Cartoon Cat, Cartoon Dog головый. Огромный монстр, вы просто не поверите. И суть в том, что на сайте на экране наконец-то просто появился попыт Cartoon Dog. Попыт Cartoon Dog. Если вы хотите, чтобы я его заказала, давайте прямо сейчас соберем на этом видео 5000 лайков. А я вам желаю счастья и добра. До новых страшных видосов с королевой мистики. Пока!